Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет видосик, посвященный Мазингу, а именно новому модпаку. Итак, вышел трейлер Lamborghini Huracan. Просто охрененный трейлер, но я не смогу включить музыку. Ну, точнее, вы не слышите звук, потому что там музыка с авторскими правами. Так, продолжаем. Короче, вышел новый трейлер Lamborghini Huracan. Я не помню, как называется. Не спайдер, а Рок Родстер, по-моему. Это называется Lamborghini. Lamborghini Huracan Родстер или что-то типа такого. Я не помню, честно. Башка сейчас не варит, пацаны. Я приболел на темпик. Поэтому башка не очень варит. Но видочек надо записать. Короче, это группа модпакера официальная. Все ссылки есть еще будут в описании. Сейчас покажу вам трейлер. Я уже его смотрел, но будем смотреть без звука, потому что музыка с авторскими правами. Я спрашивал у данного... В комментариях спрашивал, почему он мой канал не залил, потому что, видите, у него есть свой канал, Роман Филиппов. Кстати, он на 07-го, можно найти этого человека, он с таким ником играет на 07-м сервере, Роман Филиппов. Я его всего лишь один раз видел, но все же. Итак, вот, короче, трейлер. Так, давайте посмотрим трейлер, короче. На весь экран выведу. Так, ну давайте посмотрим. Вот так вот это все выглядит, короче. Сочно прям. Прям очень сочно выглядит, на самом деле. Такая Lamborghini, все дела. Красавица просто. Просто красавица, реально. Салончик такой прям хорошенький, хорошенький. Давайте еще раз пересмотрим. Реально сочно выглядит. Согласитесь, вот эта ламба очень такая сочная, красивая. Качественное, видите, он долго, я так понял, доделал. Возможно, наверное, винилы будут. Скорее всего, да. Но какие, я не знаю. Выхлоп такой прям дерзкий. Салон, видите, какие-то пупырышки такие. Прикольно тоже выглядит, на самом деле. Поэтому респект, конечно, модпакеру, пацаны. Вот, вам бы, можете зайти в группу, посмотреть. Ну, с музыкой уже, потому что... Ну, я без музыки, потому что... Ну, видите, вот здесь какая музыка играет, это музыка с авторскими правами, поэтому, да, вот такие вот дела. Ну, вообще круто, что, видите, модпак продвигается, уже ламба вот такая вот. Чувак спрашивал, типа, на что ее заменят, я думаю, ее поставят вместо Метадора, скорее всего. Блин, я все такую бы купил, на самом деле, очень круто выглядит, я думаю, вы со мной согласитесь. Прям очень сочно выглядит, прям я бы взял, реально. Но стоит она будет, наверное, лямов 10, скорее всего. Ну, примерно где-то так. Поэтому надо будет копить на нее бабки, короче. Ну что ж, на этом у меня все, пацаны. Вот такой коротенький видосик. Кто хочет сам посмотреть уже лично видео, заходите в группу модпакера, ссылка в описании есть. Также можете зайти на мой канал, там ссылка тоже будет в описании. Посмотреть предыдущие презентации, как бы, машин. Поэтому, да, все ссылки, короче, в описании. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.